Да не справа с рынком ты где-то. Да, так, куда ты? Где бэха горела? Да, вот на этом поле. На нашу посадку выезжают. Страна, страна! Двигает свою технику колесную противника. До 15 единиц, как приняли. В общем, 5 декабря укропы предприняли очередную попытку ломануться на прорыв, на позиции сомалийцев, навалились 15 единицами техники, потеряли в результате 4 единицы, 3 каких-то броневика на колесной базе западного образца и 1 М113 БМП, опять же, американского, по-моему, производства. В общем, им удалось проскочить, доехать до окопов, обрабатывали крупнокалиберным пулеметом, спешили пехоту. Пехота, видимо, испугалась ответных действий сомалийцев, затупила, не пошла на штурм. В общем, тут уже как бы наша артиллерия начала работать. Поразили 3 единицы техники, рассыпали их пехоту. Пехота заняла разбитые предварительно окопы, по ним тоже начали работать. В общем, сейчас часть личного состава противник смог эвакуировать. Вот, идет артиллерийская дуэль, туда-сюда перекидываются. В общем, продолжаем работать. Но, в общем, сомалийцы-красавчики и 11-й полк поддержал, когда мы увидели, что к ним движется такая колонна техники, наша артиллерия тоже начала помогать. В общем, совместными усилиями раздолбали противника. Ты докладывай. Все, пехота высадилась. Скажи, пехота высадилась. Пехота лежит. Вот, вижу, бегают. Че, еще высадились? Вот с тех двух броняков, что крыли. Да, они выскочили и легли. Ты запись экрана-то делаешь? Не делаю. А запись экрана? А. Вон, начали ложить по ним. Вон, видишь, пехота, вот она. Да. Нет, они уже вторая черные. Тоже высадила ублюдков. Дымы черные кидают. Так, броня. Ну как отходит, просто прикрывает их, катается сзади. Так, еще одна партия десанта подходит. Противника высадили в пехоту, давайте крану туда. В районе какой цели пехота высадилась? Принял раз, тебя. 5 машин принял там сейчас. 6 машин. Пехота лежит, не забегает. Сыкотно. А, и вот еще один броневик вообще по посадке гоняет. Наши там кидают этими РПГ ли. Детонация от деревьев идет, турами, видимо. Еще подходят 2 танка. Там, где сгоревший БТР. Там, где сгоревшая бэха ихняя, идет еще 2 танка. Там глушоты возле этих бетров. Из хороших новостей, у них много раненых.
раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А вон, вон, идут еще, блядь. Сокол, как дела? Человек 20. Что видите? Работать продолжаете? Посадки слева от креста заходит человек 30 пехоты, куда вчера работал наш танк, разбирал эти окопы. Они заходят в эти старые окопы. Ты удрали, да? Да, я да, принял, работаем туда, работаем. Во. О, вижу танки, убирают. Пошла, ты работаешь? Да, алло. Подошла этот западная БМП М113 на теми окопами. Я север понял. Юпитер, я стою. Там, где ты видишь машину, бронемашину и колесную, это уже подбитые. Там стоят подразделения сомалийцев. Я туда не работаю. Сворачивает посад. Пройдешь? Блять. Рация застила, я думал летит, чё. Два укропских броневика. Ах, рядом, сука. Доедут эти эвакуационные, у них бронетранспортеры вот эти большие. Наши их уже засекли, короче, по... Работают, работают. Закрылось. Я просто тут и салон по ним работает. И... Да. Это же путь. Дышит.